В этом видеоролике представлены некоторые усовершенствования процесса моделирования, произошедшие в AutoCAD 17. Первым из них является то, что элементы балок теперь можно растягивать по вертикали, перемещая их верхние углы. В предыдущих версиях балки можно было растягивать, только управляя нижними вершинами. Еще одним существенным усовершенствованием стала возможность создания новых элементов в окнах разрезов, фасадов и разверток с использованием команд перемещения копии и тиражирования. В предыдущих версиях создание таким способом элементов в окнах этих типов было невозможно. При перемещении элементов вектор перемещения будет располагаться в плоскости сечения разреза, фасада или развертки.